Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush, королевская лихорадка. Ну что же, в прошлой серии мы с вами остановились вот здесь. А недалеко у нас тут стоит замок короля. Мы как раз должны его свергнуть и, я так понимаю, захватить его. Ну что же, башни, ребят, я оставляю прежними, которые у меня и были. Ничего менять пока не собираюсь. Но поменял героя. Вы говорили, что типа не играй Олохом. Олох на самом деле очень крутой перс. Очень крутой для меня лично. Он усиляет башню. У него, ребята, есть вот такая вот массовая атака взрывами, которую он уничтожает просто орды врагов. Плюс у него есть телепортация, которая очень мне сильно заходила и помогала. Но я решил, ребята, сыграть Заверука. Может быть, прокачаем его до 10 уровня. Это максимальный левел. И заодно получим сразу же анчивку. Ну что же, поехали. Так, что у нас тут? Угодье Аттила. Отличная работа, очень хорошо. Чувствуешь? Чувствуешь затишье перед бурей? Аттил даже не догадывается, что его ждет, но мы-то знаем. Ха-ха-ха. Из этого города получится отличный лагерь. Это наш шанс, не упусти его. Я попытаюсь не упустить. Но, честно говоря, я даже не знаю, с чем нам предстоит столкнуться. Так. Я вижу, ребята, что у нас одна дорожка, которую мы с вами должны защищать. И также три выхода, да? Три выхода. Откуда пойдет враг? Как-то вот здесь вот хитренько так сделано все, хитросплетение. Ну ладно, начнем, пожалуй, с того, что будем расставлять приоритеты. Так, вот сюда я хочу, наверное, влепить костяных метателей. Так же, кстати, как, наверное, и вот сюда. Прокачаем маленько, буквально чуть-чуть. Так. Все, хорош. Дальше, я не знаю, ребят, вот что здесь будет за противник? Вот кто бы мне сказал? Знать бы заранее бы. Ладно, давай поставим сюда проклятый риф. А вот сюда я, наверное, поставлю с вами пещерных гоблинов. С их чудесными бумерангами. Ну что же, поехали, будем смотреть, ребята. Пехотинец и новобранец. Ну что же. О, я соскучился по этим нубам, если честно, ребят, смотрите. Какие-то идут деревенщины на нас. Ладно. Посмотрим, к чему все это у нас выведет. Луч, бомбим. Ай, красиво. Слушай, ну они новобранцы, а что-то как-то по живучести я бы не сказал, что они новобранцы. Опа, так, смотрим. Новобранец. Свежие новобранцы армии Линерии готовы показать, на что они способны ради короля. Средний урон. А это у нас новый враг. Пехотинец, закаленные многочисленными сражениями солдаты, оснащенные полным комплектом доспехов. Основа армии Линерии. Средний урон и средняя защита. Значит, ребята, я чувствую, что здесь будут и маги. Как же Линерия без магов, без великолепных лучников, без воров, ассасинов и так далее и тому подобное, да? Да, я думаю, они именно будут здесь. Ладно. Давайте будем противостоять этой армии. Когда-то я помню, да, мы всю, ребята, серию игр, именно Kingdom Rush, играли за людей. Воевали с орками, с всякими пауками, с демонами, с привидениями. И теперь на тебе. Играем за самого Везнана, за нашего заклятого врага. Ладно, так, у нас 332 монетки, надо немножечко проапаться, конечно же, ребята. И будем выставлять вот этого, в первую очередь, этого костолома. Так, тихо, тихо, тихо. Вот сейчас, будь у меня здесь Олох, он просто одним магическим взрывом уложил бы вот их всех здесь. Ну, так как у меня Верук, это ближний бой, вот приходится вот так вот бегать постоянно, ввязываться в бои. Так, тихо, 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 тихо. Не надо выеживаться. Так, вызываем костолома. Это небольшая, ребята, будет помощь нам. Так, надо его только переместить немножечко вот сюда. Пускай здесь стоит. Угу, оглушили. Так, усилим немножечко атаку. И, конечно же, будем с вами прокачивать вот эту уже башню. А после, наверное, начнем и рифов проклятых качать. Так, это кто у нас? А, ну это солдатики обычные, да? Хорошо, пускай они пока бегут. Опачки! А это что еще за сторожевой пес? Псы, которые были приручены помогать армии на поле боя. Быстрые и свирепые животные, которые по команде готовы разорвать врагов на куски. Высокая скорость и среднее сопротивление магии. Вот так-то вот.
Понятно, это что-то типа наподобие орковских виверн, да? Даже не виверн, а этих. Ну, гонщик-то. Вы поняли, да? Про кого я имею в виду? Так, давай-ка мы будем делать... Ой, не нравится мне Верук этот на самом деле. Да, он по физухе крепок, я ничего не могу сказать. Но вот то, что он бьет только одиночную цель, вот это плохо. Он может оглушить, да, я не спорю. Собачка так падает. Смешно. Так, следующая волна уже готовится, но я думаю, может быть, что-то можем прапать чуть-чуть. Хорошо, давай вызывать следующую волну. Как я так понимаю, она будет вот так идти у нас. Рыбачок, ты ничего у нас тут не делаешь, нет? Нет, сидит тихо и мирно. Не понял, где... Верук у меня стоит просто за костоловом, я его и не видел. Думаю, куда он там у меня опять исчез. Так, ну это у нас новобранцы, это у нас пехоти... А это еще кто такие, ребят? Они с ножницами, что ли, бегают? Или мне кажется? Кто? Это крестьяне какие-то. Это самые настоящие, ребят, крестьяне. Да. Видимо, взбунтовались. Так, ну что, давай призовем костолома здесь. Оп, нашел свою черепушку, надел и начинает, ребята, здесь бомбить. Самое прикольное, что вот он, да, сам костолом дерется в рукопашку, а скелет, который сидит сзади, бросается костями. Это круто на самом деле. И вообще крутой юнит. Так, тихо. Давай, наверное, будем, ребят, прокачивать вот эту вот атаку повышенную. Это нам нужно в обязательном порядке. Ну, как видим, солдатиков мы с вами пока разбираем без проблем. Что, опять следующая волна? Сколько у нас их? 15 здесь будет? Так, я не понял, там она что, мухомор съела, что ли, вот эта овечка только что? Так, что это за звук? Ох ты, а это кто такой? Капитан отряда, элитные солдаты, отличающиеся особым мастерством и храбростью в бою. Очень часто они отвечают за подготовку новобранцев. Средний урон и повышает ранг. То есть, я так понимаю, новобранец может стать... Так оно и есть. Новобранец вдруг становится отличным пехотинцем. Так, слушай, мне такой прикол не нравится. Да-да-да, надо их бомбить сразу на корню. Здесь, естественно, нам надо вот это выучить. Слушай, что-то слишком их много здесь, по-моему, идет. Но пока мы разбираемся с ними без проблем. Я думаю, будет немножко сложнее, но нет. Пока все отлично, все под контролем. Вот он идет с новобранцами. Кстати, нам выгодно вот сюда бить луч. А знаете почему? Потому что мы будем с вами быстренько уничтожать новобранцев, да. И, соответственно, из них не будут уже получаться пехотинцы. Так, надо будет это на заметочку нам взять. Так, и надо нам... Тихо, тихо, тихо. Смотри, ребят, что происходит. Вот они уже начинаются потихоньку прорываться. Вот эту башню нужно прокачивать. Вот что я тебе могу сказать. И желательно быстрее. Ну давай, давай, 240 монет всего лишь. Отлично. Так, кто там еще? Какая? Вот здесь идут. Ну ладно, пускай бегут. Да что ж такое, смотри какой, а? Генерал-то крепкий оказался, малый. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Здесь разбомбим их, надеюсь, всех. Так, скелет у меня пошел куда-то, но он по улице тут бродит. Так, во, вот это то, что нужно. Давай лучом бомбить. Опять, смотрите, ребята, там какой-то крестьянин бежит. Я не пойму, что у него там сзади за спиной. Курица, с курицами бежит, прикинь. Зачем он? Зачем он с собой взял куриц? Я не пойму. Какие-то портняшки, обычный крестьянин с вилами. Ну, в общем, вся деревенская свора выбежала тут против меня. Ага, так оно будет лучше. Да что такое-то, посмотри, какая армия здесь. Они хоть и ватные, но их здесь очень много. Эй, не пропускаем их, не пропускаем. Верук, держи отряд. Держи отряд, как говорится. Не пропускаем никого, я говорю. Так, что нам еще надо сделать? Слушай, здесь у нас основная такая баталия. Может быть, нам вот тут вот поставить... Давай ведьм. А? Пускай тут у нас будут ведьмы. Ведьмы что делают? Ведьмы у нас отравляют, да, противника. И также могут превратить в жабу и повесить немоту. То есть никаких заклинаний у них не будет. Пока мы перебьемся. Так, ведьмочки, ведьмочки. Давайте-ка... Нет, вначале вот здесь все-таки прокачаем. Полностью. На атаку. Как вы помните, да? 15 единиц урона будет в общей сложности при полной прокачке. Так, тихо, 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 тихо.
Какие тут еще могут быть войска? Никаких войск, все уничтожаем в хлам. И мне кажется, что вот этих ребят нам нужно переместить, знаете куда? Вот сюда. От них здесь, наверное, будет больше толку, чем они вот тут стоят и бездействуют. Так, ребята, готовимся к летающим юнитам. Не знаю, кто здесь будут, наверное, какие-нибудь грифоны, судя по всему. Какие у людей еще могут быть летающие юниты? Только грифоны. Так что приготовимся сейчас. Что у нас там с ведьмами? С ведьмами все хорошо, потихоньку качаем. А, и здесь тоже пойдут. Так, тогда возвращаем. Ну, пока мы видим, идут одни пехотинцы. Это пока. Тут тоже пехотинцы, ладно. Слушай, ведьму куда-то не сюда поставил. Я думал, что вот отсюда будет часто выходить. Но, видимо, я лопухнулся. Так, кто это у нас, ребята? Это не виверны, это у нас охотничий орел. Быстрые охотники, которые парят над полем битвы и атакуют стратегически важные цели в тылу врага. Высокая скорость летает. Это я уже понял, что вы летаете. Это я... И собака... Ох ты, ёлки-ты-палки, ты посмотри, сколько врагов. И летающие, это очень плохо. Но мы справляемся, слава богу, мы справляемся. Так, ведьма, ведьма, давай мы тебя еще улучшим. И вот сюда тебя, наверное, поближе смести. Да, вот так вот пускай стоит. Гоблины! Справляетесь? Вроде как справляются, да? Молодцы, все идет как нужно. Так, здесь мы улучшим характеристику наших морских дьяволов. Так, давай еще, наверное, сетку выучим. Тут у нас по фулке прокачка идет. Вот здесь, да? Вот здесь не хватает трех прокачек. Сейчас мы сделаем это с вами. Эй! Вот так вот, ребята, можно и лопухнуться. Вы видели, да? Сейчас бы пробежала бы собачка. Вот так, надо, значит, что-то нам придумывать. Можно, в принципе, здесь поставить, например, нам склеп. Так, и, наверное, призываем сразу следующую волну. Пускай идут. Это 9 из 15. Хорошо, будем, как говорится, на стрёме с вами. Так, у нас там по прокачке что? Еще двух скелетов можем прокачать. Хоть от них, ребят, на самом деле толку мало. Ходят они себе здесь по дорожкам. Ну, немножко могут, как тебе сказать, придержать противника. Потому что они ввязываются в бой. И, соответственно, так, тихо. Слушай, нам нужно гоблинов прокачать. Знаете почему? Потому что это не фул прокачка еще. На фул прокачке они будут бросать свой пчелиный этот улей, который наносит очень неплохой урон. Вот он. Что-то у вас тут слишком уж как-то много, мне кажется, да? Ну-ка. На всякий случай вот так вот почистим ряды. Вызовем копейщиков сюда. И вот такую вот помогаловку. Так, и давай-ка мы выучим улей. По фулочке, да? Чтоб он бросал как можно чаще. Так, что у нас там? 9-я волна сейчас пойдет. Полетели птички. Так, а здесь мы, наверное, с вами... Большеранги. Да, пускай будет большеранг. А что-нибудь... Я могу, ребята, что-нибудь такое сделать? Что это такое? Какой-то крестьянин. Так, тихо, тихо. Вот, 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 ребята, улей начал работать. Отлично. Так, ведьмочки, вас тоже нужно... Тихо, 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 эй! Нет, 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 ребята, вот это вот нельзя допускать, чтобы тут еще эти орлы пролетали. Нет, это не порядок будет. Прапываем. И теперь можно, в принципе, я не знаю, может быть метлу, чтобы мы дальше летали здесь. Ну, как варик можно сделать. Так, батаранги там летят. Здесь у нас 130 нужно монет для того, чтобы улучшить себе склеп. Так, тихо, 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 тихо. Что за суета, а? Эй-эй-эй-эй-эй, не пропускаем ни одного орла. Я должен пройти здесь на 3 звезды. Так, можно еще, да, прапать? Еще тогда прапываем. Так, последний ап 230, да, после этого мы можем с вами призвать на помощь наших горгулек. Горгульки нам тоже зайдут. Так, трусы, носки нельзя потрогать. Трусы, носки нельзя потрогать. Господи, еще ляпаю. Так, бомбим. Верук у нас уже, кстати, 7 уровня. Хочу я вам сказать. Быстро качается парнишка, да? Прокачка полностью, ребята, у нас прошла склепа. И теперь вызываем сюда еще горгулек в помощь. И ждем 10-ю волну. Ага, весь акцент будет вот на эти две дорожки. Поэтому ведьмочку можно вот сюда. Вот сюда переместить.
Так. Давай, 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 бомбим. Луч. Давайте-ка еще, наверное, луч применим. Потому что их здесь очень много. Никого мы не должны пропустить. И батаранги, наверное, большие, да? Выучим. Плюс. Ну, это... Ох, да, это кто такой, ребят? Крестьянин. Что он такой недовольный и большой какой-то. Так, оп, упал. Нормуль. Так, ага, у нас еще из этих деревушек, из этих домиков пошли крестьяне. Я видел, видел, только что не надо. Не надо меня сейчас, типа, я ничего не видел, ничего не знаю. Так, а что это? Ох ты, ребят, смотрите. Давайте на зло, да, им поубиваем этих баранов. Вот так вот. Ой. Ой, он, ребят, он разгневался. Это Джо Дженкинс. Сколько? Полторы тысячи хп у него? Ну, вата, я думаю, да? Мы его разбомбим там. Так, а вот здесь надо лучом. Убейте брата Лероя Дженкинса. А, это был брат Лероя Дженкинса, а я не знал. Ребят, короче, еще одну ачивку получили с вами. Ты посмотри, что тут происходит. Эй! Че у вас так много? Так, ведьмы. Давайте, я не знаю, давай тотем ставь вот этот вот. Вот, теперь они могут у меня намного дальше летать. Вот это шикарно. Так, а здесь мы с вами вырабатываем вторую горгульку и, наверное, ребята, вот это вот. Одержимость. Мы можем управлять раз там во сколько секунд, я уже не помню. А, и уже не показано. То ли в 20, то ли в 15 секунд мы можем брать юнита под свой контроль, но он будет просто ходить. Ну, если увидит, конечно, врага, будет с ним драться. Так, давай сюда. Копьеносцы. Так, а у нас тут прокачано? Нет, ребят, не полностью прокачано, ладно. Да, заварушка такая довольно... Ох ты, 3 генерала, 4 генерала идет, ты прикинь. Да куда вас так много-то? Вот видите, ребята, скелетик просто вылез из-под земли и немножко отвлек внимание. Так, тут еще и собаки бегут, да? Тут еще и псины бегут, ладно. Все это, ребята, сейчас мы расчекрыжим, я думаю, без проблем. Я еще вот так вот лучом бомбану, потому что тут у нас идут, видите, новобранцы, их нужно убить. И желательно как можно быстрее, чтобы они не превратились в пехотинцев элитных в этих. Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Как вы... Неужели у вас так было много, что вы смогли пробиться здесь? Так, давай дальше прокачаем. Слушай, может быть, на всякий случай вот сюда нам поставить... Давай вот так вот сделаем. На всякий, ребята, случай. Что-то мне не нравится, просто порой им такое впечатление, что они могут здесь пробиться. А это как будет подстраховка у нас здесь стоять. Так, опять олухи идут. Так, ну тут у нас горгульки, да? И надо будет, наверное, еще дополнительные привидения сделать. Да ладно тебе там орать, хорош, успокойся. Так, последнего скелетика. Все. Смотрим, ребята, аккуратно. Давай-ка вот так сделаем. Причем пока вот эти дьяволы не прокачаны по полной программе, они, ребята, копья бросать не будут. Об этом не стоит забывать. Они будут просто драться в ближнем бою. Так, раз. Ай, чуть-чуть не хватает. Погоди-ка, что-то как-то тут уж больно такая, ребят. Посмотрите, просто куча. Куча всего. По-моему, они могут пробиться. Ведьмы, у вас там как? Раз, два, прокачка. Здесь нужно 240. Прокачка, конечно же, прокачка. Эй-эй-эй-эй, тихонько. Орлы. Орлы не должны, ребят, пролететь здесь. Ай-яй-яй-яй, что такое? Давай, копьеносцы. Выручайте меня. Ну, слава богу, пока так идет. Все отлично. Мы, ребята, держим оборону. Я сразу следующую волну призываю. Это предпоследняя. Опять крестьяшки вышли, смотрите. Тут все прокачано, отлично. Что, можно вот здесь, нет, здесь, ребята, не хочу. Вот здесь можно, например, поставить нам. Давай еще одних костоломчиков будем вызывать, да? Ой, что я сделал-то, господи. Немножко не то. Гоу, воу, смотри. Так, давай-ка мы, наверное, будем как-то отвлекать их здесь. Черт подери. Так, 180 нужно, да? Так, а тут-то как нам быть? Давай, наверное, сюда луч бомбанем. Е-е-е-е-е-е. Давай, деньги. Мне нужны деньги, ребята. Деньги для того, чтобы прокачивать, проапывать и развивать свою армию. Так, ну что, пока хорошо. Луча у меня больше нету.
Вот что я могу сказать. Вся надежда вот на мою армию, которая здесь сдерживает оборону. Кстати, Верук получил уже 8-й уровень. То есть за один только бой он 2 левела себе поднял. Прокачка у него, конечно, идет нехилая. Но он потому что ближник. Так, что у нас тут происходит? Здесь пока под контролем. Ребята, вот эта вот фиолетовая такая аура, это означает, что они не могут применять магию. Потому что здесь где-то тотем бросает ведьмы, да? На немоту. И все на этом. Ёлки-палки, тихо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай прокачку по полной программе. Так, наверное, сюда еще что-нибудь. Что? В бумеранге. Потому что там уж больно их много. Так, луч. Срочно луч. Прапываемся. Так. Что он там встал? А, скелетик вылез, да? Прямо у него из-под ног. Поэтому он притормозил маленечко. Это круто было. Так, 270. Ё-моё, офигеть. И это, ребята, это только первая локация за людей. Я манал, блин. Вы посмотрите, какая тут армия идет. Жесть. Я боюсь даже представить, что будет при атаке замка. Я просто боюсь представить, что там будет. Чё, все что ли? Да, ребята. Побед за нами. Мы получаем с вами 135 гемов. На 3 звезды прошли. Это шикарно. Ну что, я думаю, наверное, у нас... Слушайте, мне на работу как бы пора уже идти, боюсь. Ну ладно, если я успею за 30 минуточек справиться. А, новая башня. А вот это хорошо. Элитные истязатели. И очки улучшений. 6 штучек. Так, на 3 звездочки. Мы с вами двигаемся куда? Ага. Так, позже. Герой Верук. У нас 8 очков, и мы, ребята, можем что-нибудь ему прокачать. Что это такое? Верук получает до 30% бонусного урона в бою. Урон будет расти, если он сражается с одним и тем же врагом. Улучшает характеристики гоблинов. Еще больше улучшает здоровье и урон призванных агрессоров. Так, сделаем. Теперь так, так. И все, ребята, да? 6 очков нам еще нужно, чтобы прокачать по фулке все его скиллы. Хорошо, ладно, ребята. Здесь готово. Достижение. Так, где у нас там Дженкинс? Лерой, да? Лерой Дженкинс. Это, по-моему, ребята, у нас из Варкрафта что-то такое было, если я не ошибаюсь. Улучшение. Ох ты. Дает небольшой шанс призвать на поле боя владыку ада вместе с другими подкреплениями. Владыку ада. А здесь у нас что? Герой получает небольшой шанс мгновенного возрождения. Нет, давай вот это вот. Просто хотелось бы посмотреть, что... что это за владыка ада. И, конечно же, нужно посмотреть, ребят, нам новую башню. Новинка. 2 элитных сумеречных воина. Какое бы оружие они ни выбрали, меч или лук, результат всегда один. Враги нарублены в мелкую капусту в мгновение ока. Так, истязатели теперь могут отразить следующую атаку врага, уклонившись от удара. Быстро запускают несколько стрел в своих врагов, и когда истязатели погибают, у них есть небольшой шанс прийти в ярость. Да. Какой-то странный, ребята, вид юнита. Ладно, посмотрим, ребят. Я поставил, короче, вместо ведьм застава в Сребролесье. Ха-ха, как конфетку у ребенка город наш, моя армия жаждет еще побед. Теперь пришла очередь этих ушастых паразитов. Отправляйся в Сребролесье и покажи этим наглым лесным братьям и их предводительнице Алерии Стреловей всю мощь моей армии тьмы. Алерия Стреловая, да? Хорошо, это, я так понимаю, ребята, будут, скорее всего, эльфы. Ну, мне так кажется, мы будем против эльфов. Так, кто такие? Что это такое? Что тут происходит? Тебе бывает больно? Могу поклясться, что будет. Ах ты, соплюшка, а? Неужели, ребята, будет босс тут, а? Вот эти пауки... О, это мои помощнички, что это такое? Плетет липкую паутину вокруг башни, замедляя врагов, которые в нее вступят. Ага, а это добавляет одно яйцо. А вот и Человек-паук. В общем, 3 дорожки, откуда они будут идти, судя по всему, да? Даже 4. Вот это вот, конечно, дорожка немножко мне непонятна. Куда она вообще никуда идет? Ну да ладно. 1, 2, 3, 4 и 5. Потенциально 5 дорожек. Ладно, фиксим. Даже не знаю, с чего начать. Так, будем начинать с рифов. Так, это у нас как поддержка сюда. Ребят, я, наверное, поставлю вот этих юнитов. Не знаю, что они себя представляют.
А, я думал, что это будет башня. Ну, что они будут сидеть на башне. Но нет, это у нас вот такие вот войска. Ладно. Сюда поставим скелетов. Так, здесь, наверное, ребят, надо будет вот так вот паутинку, да? Потому что это все не зря дается, неспроста. Но, я думаю, нам пригодится. Так, и сюда, наверное, тоже поставим вот этих вот ребятулек. Ну что, попытка, поехали, ребят. Будем смотреть, кто, что и как. Так, Верук, иди сюда. Ага, тебе по барабану, да, на эту паутину? Ты ходишь по ней нормуль. Отлично, ладно, идут у нас новобранцы. А, тут еще и паучки нам будут помогать. А вот это классно, я думал, что просто будет замедлять их. Ну что же, это великолепно. Не знаю, насколько долго этой паутины нам будет здесь хватать. А судя по всему, если мы с вами здесь будем вот так вот яйца, да, например, то это будет все больше и больше паучков. Да, так оно и есть. Замечательно тогда. Так, ну что, пока все легко и просто. Да куда ты побежал, а? Верук, давай ты мне это, не дуркуй, бомби по-жесткому. Мне бы хотелось посмотреть бы владыку ада. Как он выглядит? Он может, ребят, случайно появиться, да? Когда мы можем, вот, например, вот таких вот призывать или еще кого-нибудь, да? Ну, подкрепление, одним словом. Случайно порядке, рандомно. Так, а что тут у нас такое? Смотри, тут кто-то у нас подсматривает, какие-то пенечки. Может, тут хоббиты у нас сидят. Так, паучиха периодически вылазит и выкладывает яйца. Это круто. Так, вот этих парней надо прокачать. Ага. То есть они у нас и лучники, да? А также... также и в ближнем бою могут за себя постоять. Вот это круто. Вот это круто на самом деле. Таких бойцов мне не хватало, которые могли бы и стрелять вдаль, и в ближнем бою. Хотя Костолом, да, Костолом в принципе тоже, но он один, а здесь их двое. Так, давай расстреливаем и будем, ребят, прокачивать. Прокачка 200 единиц, да? Давай. Потом посмотрим на спецвозможности, как они будут с ними рулить. Так, самое интересное, что они, ребята, могут подбивать, да, типа вот наших проклятых дьяволов. То есть они могут тоже копья бросать и в ближнем бою. Тоже двое, но интересно, кто из них сильнее. Проклятые вот эти вот морские дьяволы или наши вот эти вот эльфы темные. Посмотрим. Я надеюсь, такой шанс у нас будет. Так, подожди-ка, это как? Идут сюда, а вот здесь выходят? Угу. Значит, нам вот сюда бы... так, подожди, что она делает? Что? Так, эльфийский странник. Эти эльфы охраняют лес под предводительством Алерии Стреловей. Никто не сможет пройти мимо них. Среднее сопротивление магии, дальняя атака. То есть ты хочешь сказать, что ты... блин! Она, ребят, на поле боя пришла. А я могу ее... да, я могу, ребят, ее накумарить. Поэтому давай... оп, исчезла. Зашибись. Зашибись просто-напросто. Ну ладно. Так, ну что, применять будем луч, наверное, да? Давай лучом бомбить по ним здесь. Так, подкрепление. Слушай, здесь на самом деле все... эй! Понятно, короче, они могут отсюда выходить и отсюда, хотя заходят вот сюда. Понял я все. Хитро, конечно, это придумано все на самом-то деле. Давай, ребята, бомбите их. Нам нужно тогда прокачивать вот эту вот базенку как можно быстрее. Блин, да что же у вас такой урон? Я думал, будет посильнее, на самом деле, урончик у вас. Но нет, как-то не особо хорошо вы бомбите. О, вот он, ребята, владыка ада. Наконец-то я его увидел. Смотрите, призвали мы его. Владыка ада. 220 хп, маловато будет, на самом деле. Так, пошли генералы. Ну, смотрите, он до последнего стоит. Ага. Немножко дольше, чем обычные маленькие эти демоны. Ладно, терпимо. 150. Сюда бы, конечно, Костолома надо призвать в первую очередь. Как можно быстрее. Слушай, ну уровень будет сложным. Судя по всему, что вот здесь вот две дорожки, где они могут появиться. Но нам паучки помогают. Это тоже, кстати, немаловажно. Так, давай-ка мы подбомбим здесь маленько. Так, отлично. Сколько там нужно? 180. 255 для призыва Костолома. Так, здесь у нас все изучено. А может быть это еще, ребята, есть паутинка? Нет? Нигде нету. Понятно. Летающие юниты, готовимся. Сейчас полетят.
Сейчас, ребят, полетят у нас пташки. Так, 255, пока опять же не хватает все еще, да? Давай копейщиков вызовем. Копейщики должны быть у нас прокачанными. Я что-то не вижу, чтобы у них был там какой-то дамаг такой божественный, нет. Но вот Верук, да, я вижу, психует, оглушает. Все делает как нужно. И мы с вами призываем Костолома. Костолом будет нам здесь ходить помогать. Кстати, вон опять владыка ада вышел. А вот, ребятушки, и орлики полетели. Так. Фига она там призывает. Начинает, да? Давай, 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 паучки бомбите. Так, здесь нам нужно еще прокачать вот этот вот дамаг костями, чтобы побыстрее валить врагов. Да и всю вот эту вот башню не могу, да? Завершить никак. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Они же у меня стрелять не могут. Господи, я совсем забыл. Тихо, 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 мы же так можем. А в чем, почему лучники-то, господи, вообще никакой реакции не делают? Почему они здесь не стреляют, да, я не спорю. А почему здесь они не могли стрелять? Так, нужно тогда эту башню прокачивать быстрее. Лучнички! Давай, 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 давай. Отлично, молодцы. Отдобивайте всех остальных. Тут-то у нас что за заваруха? Слушай, она достала уже тут бомбить. Ну-ка, вот так вот сделаем. Может быть, нам это как-то поможет. И надо вот эту вот уже прокачать башню. Проклятый риф этот. Сюда поддержку. Вот, кстати, если они здесь у нас идут, вот здесь есть смысл, знаете, что поставить? Вот такого вот чувачка. Пускай он бомбит, пускай они уже под ранеными сюда заходят, а там уже будем распределять, кого валить в первую очередь, кого во вторую. Так, еще 330 нужно, да? Вот тут мне, конечно, не нравится, что у нас эти вот грифоны, орлы летят. Может быть, еще одну башню, или вот здесь ее поставить. Соточку, стоит, в принципе, недорого. Соточку, да? Недорого. Пока они с какими-то ножичками, да? То есть, пока они не прокачаются, они стрелять не смогут, судя по всему. То есть, 150, а в идеале нужно до 250 поднять, чтобы они могли себя что-то представлять. Не знаю, выгодно нам это или нет. Выбора все равно нету. Так, идут. Это у нас, ребята, шестая, кстати, волна. Вот. Нет, 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 никаких. А, нет, все равно, ребята, они могут стрелять, отлично. Независимо от прокачки, они могут стрелять. Это большой плюс для нас. Так, паучки, помогайте. Чтобы я без них дел, я не знаю. А где Верук-то у меня, не могу. А, вот он стоит. Давай, давай, не бубни. Так, 330 нам нужно для того, чтобы прокачать. Во. Фух, ну теперь спокоен я. Единственное, что нам остается, это прокачать скиллы. И вот здесь нужно 250. Также не забываем вот про эту башню, которую я поставил. Так, погоди-ка, это кто там у нас, ребята? А это у нас какой-то истовый священник. Посвятили свою жизнь исполнению доброй воли ордена. Они отправляются на поле битвы, чтобы защитить и исцелить своих соратников. Высокое сопротивление магии, лечит союзников. Аура сопротивления магии. То есть только лишь рукопашный, ребята, бой. То есть физическая сила. Магия их брать здесь не будет. Понятно все. Короче, сейчас будет вообще полная веселуха. На самом деле. Вот что я могу сказать. Она сейчас будет постоянно хилять. Ну да, 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 да. Давай сюда вот так вот сделаем. Будем ее из-под тяжка. Но зато по физухе, смотрите, она ватная. Да, боится физической атаки, быстро падает. Это большой плюс для нас. Так, тут пока держимся неплохо. Как ты меня достал, а? Как они, ребята, они завалили мне этого Костолома моего. Офигеть. Давай-ка мы, наверное, паутинку здесь, точнее, сетку, да, выучим. На всякий случай. Да, и вот здесь, конечно, не особо хорошо. У меня только лишь одна башня здесь, костяная, которая сдерживает. Если здесь и лучники, и кого только нету. Вот. А, еще 250 нужно. Я думал, что у нас будет последняя прокачка. Нет, ничего подобного. А я ведь могу же их сюда переместить? Могу. Вот так мы можем, ребят, кстати, помочь своим ребятам. Вот сюда вот выставить их. Все будет тип-топ. Так, ну что, следующая волна пойдет у нас вот здесь. На изготовку, как говорится. Так, эту башню тоже бы надо бы прокачать. По фулке желательно бы. Но вот как-то пока не хватает времени на это все. Потому что еще очень много чего здесь не доделано. На основных наших дорожках. Сразу появился и сетку в него. Тюх, накинули. Темную, елки-палки. Так, давай, давай, давай. 250, да, нам нужно.
А здесь 255. Я, наверное, костолома вызову. Пускай он будет здесь стоять, как-то им мешать. Так, магия. Ох, хорошо как. О, костоломчик, ребята, вышел. И мы его, наверное, вот сюда куда-нибудь поставим. Пускай будет здесь стоять. Так, что у нас тут? Какая-то заваруха на самом деле. Очень много новобранцев под генералами, ребята, это плохо. Эй! А как тут? Какого лешего вы прошли? Зачем, ребят, я только убрал, а? Зачем я только истязателей убрал? Блин, двое прошло. Почему они не справились, я не понял. Вроде ничего такого там сложного не должно было быть. Ну, видите, прошли. Вот так они выглядят. А это что такое у нас? Грифон-бомбардир. Гномы верхом на грифонах. Они могут бросать во врагов мощные гранаты, пока те тщетно пытаются отмахиваться от них мечами. Урон по площади и летает. Так. Да что ты будешь делать? Да как? Иди сюда. Вы достали, ну серьезно говорю. Ах, теряем, ребят, преимущество. Трындец. Вот так вот. Не было, как говорится, печали. И все-таки мы сдулись. Давай сюда вот, наверное, второе яйцо поставим, да? И вот сюда тоже два яйца. Тут у нас костолом-то ходит. А вот он стоит. Прокачаем. Вот так вот. И тут у них, ребята, ярость сумерек. Сейчас будем все это прокачивать, смотреть. А, грифон летит. Что он будет делать? Как бомбить? Посмотрим. Бросается, да? Значит, своими бомбочками мелкими. Понятно. Так, давай сюда помощь призывать. Абсолютную помощь. И прокачка. Так, тут у нас... Ну, не так уж и много. Здесь один ап, здесь два, здесь три. В общей сложности 6 апчиков. Да? До фул прокачки. Так, тихо. Это вот эта вот жрица, которая лечит. Наверняка это она была во всем виновата. Ребята, это только 10-я волна. И нам еще тут бомбиться и бомбиться. Вот так вот. Так, я вот сюда вот помощь. Так, ну с этими сорлами быстро мы справимся. А вот насчет грифона, как-то, честно говоря, не уверен. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить. Но он ватненький. Грифон этот ватненький. Ладно, это нам на руку только. Что здесь? Здесь у нас прокачка. Эти у нас тут сумеречные нормуль бомбят. Так, тихо, не надо выеживаться. Я же вижу, что ты там стоишь. Бомбишь потихонечку по мне, да? Ну что, остается вот эту башню, наверное, нам еще прокачать. Как можно быстрее. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Смотри, что происходит. Так, быстрее сюда вспомогаловку. Быстрее вспомогаловку. Не пропускаем. Есть, успеваем, да? Успели. Фух. С горем пополам, но успели. Так, надо докачать. Нормуль. Посмотрим, ребята. Должны бросать стрелы во врагов. Владыка Ада, кстати, очень часто стал появляться у нас на поле. Это мне нравится. 180. Так. И вызываем костолома сюда. Ох, ничего себе, они там неплохо. Ты видел? Неплохо бомбят. Град стрел такой вылетает. Так, 187. Нет, мы с вами будем... Так, смотри-ка. Смотри, что происходит. Хилка, да, это... Давай мы так вот сзади будем, из-под тяжка. Прям в спину им копья бросать. Накрыли мы ее. Сюда помощь. Так, и тут нужно 255. Ну, совсем чуть-чуть, во. Будем хотя бы здесь немножко их сдерживать. Совсем чуть-чуть. Я не говорю, что здесь будет полное истребление, но тем не менее. Они будут идти довольно ранеными. А кто-то, может быть, даже вообще не будет доходить. Отлично. Так, 11-я волна. Здесь у нас не фул прокачка. Так, тут не хватает, да? Маленько, сейчас проапаемся. И да, тут еще нужно 5 апов сделать. Ну куда вы прете? Куда, вот куда вы прете, спрашивается, а? Генералушка-то никчемной армии. Упал там, распластался. Ё-моё, что-то как-то не получается, ребята, дамажить. Я думал, мы будем хоть как-то здесь сдерживать, но что-то не выходит ничего. Зато паучков здесь у нас очень много. После того, как я здесь сделал вот эти вот яйца, да, много навыкладывал. Теперь у нас с пауками, в принципе, проблем никаких нету. Понемногу. Они бы еще вот было бы прекрасно, если бы травили противника. Вот это было вообще классно.
Так, ну что, давай, наверное, вот эти вот стрелы прокачаем и будем вызывать с вами следующую волну. Следующую волну вызвали. Да, и вот сюда надо нам, наверное, кого-то, ребят, влепить. Давай мы вызовем сюда склеп. Склеп, я думаю, здесь зайдет нам. Эти вот юниты скоробыстрые меня раздражают, серьезно говорю. Ох, сколько у нас орлов летит. Давай, подбиваем их. Я только одного не понял, здесь босс будет или нет? Или это просто так, а? Чувиха это Лилерна, или как ее там? Лилея Ветрокрылая, знаешь, как это? Сильвана, елки-палки. Ну давай, отлично. О, владыка ада тут бомбит. Причем довольно не кисло. Так, прокачиваем по полной. Ну они, по-моему, ребят, стреляют один раз только. Вот выпускают град стрел, да, и все. Потом они обычные атаки делают. Да мне-то, в принципе, это не актуально. Главное, чтобы они сдерживали врагов, вот и все. Так же, как вот здесь, вот, чтобы эти орлы просто не пролетали. Вот, теперь у нас будет тут склеп помогать нам. А, кстати, а грифоны у нас бьют воздушные цели? По идее, должны. Так, что у нас тут происходит? Давай-ка мы, наверное, бомбанем лучом смертоносным, да? И вот сюда. Ох, у них тоже, смотрите, ребята, и ближники, да, и лучники. Ну, дождались мы этих юнитов. Тут у нас прокачка по полной. Давай еще двух скелетиков. Пускай они здесь будут по полю боя выходить и мешать вражинам жить спокойно, да? Так, пумс, подвели. Следующая волна, вызываем. Ага, будет вот здесь идти. Ладно, я готов. Может, где-нибудь здесь какая-нибудь анчивка есть, нет? Фонарики, не, ничего не трогается. Нет, ничего не трогается. Ага, орёт там. Тупарь орёт, ладно. Он из обычных этих новобранцев сделал пехотинцев. Нам нужно склеп с вами прокачать маленько. Вот, вот, летучая мышка, горгулька вылетела. Вот сюда мы ее переместим. А тут у нас не полностью прокачано, оказывается. Вот здесь, не по фулке. Здесь все nice. Надеюсь, они не пройдут. Так, вот так сделаем. Ну, считай, неплохо. Давай-ка вот так, наверное, еще бомбанем. Лучом, говорю, бомбанем здесь. Ты генерал. Смотри, они завалили просто костолома. Им пофиг на все. Эй! Тихо. Куда это вы разогнались-то так быстро? Как у вас это получается, а? Так, пока вы здесь у меня ни к чему не привязаны, бегите сюда. Будете мне здесь помогать. Орут, а? Ты посмотри, сколько новобранцев идет, и они постоянно их в пехотинцев переделывают. Обалдеть, сейчас тут армия будет. Да чтоб... Давай вот так вот по фулке прокачиваемся. Может быть сюда... Во! Да, поставим этих наших мелких гоблинцов. Пускай они бумерангами бомбят по ним. Бумеранг! Да-да-да, хоть какая-то помощь. Так, 200. Вот она все. Алерия Стреловей. Надо ее отсюда шугануть. Она достала здесь. Мне кажется, это будет следующий босс почему-то. Могу ошибаться. Посмотри, она везде тут на поле боя, а? Постоянно где-то мельтешит, мешается. Так, ребят, нас поджидает последняя с вами волна. 15-я. Пока еще, я так понимаю, у нас 14-я идет. Что сделаем? Давай вот тут прокачаем. У нас склеп-то как? Полностью? Нет, ребят, не полностью. Горгульки одной не хватает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ты посмотри, ребят. Что происходит? Они бомбят. Когда здесь много грифонов, мы можем не справиться. Так, ну бумеранги там бомбят. И слава богу. Давай кого-то... О! Аж две жрицы, смотри. Две жрицы надо уничтожать. Владыка ада нам помогать здесь. Так, и прокачиваемся. Раз, два, три. И вот так вот. Еще один апчик нам нужно сделать. Тут по фулке, отлично.
Сколько тут? Вот. Так, склеп у нас прокачан на отлично. Теперь остается только лишь бумерангов прокачать, и все будет у нас вообще найсово. Ребят, последняя волна, 15-я. Смотрим, какой будет здесь эффект. Исход нашего, так сказать, боя. Ох, как бомбим. Посмотри. Просто скоростная атака. Четенько все получается. Ох, че? Че такое? Ты, посмотри, ты видел? Какая там армия сейчас была. Это все отсюда попрет, да? Блин, а что нам сделать-то? Давай сюда, наверное, побыстрее. Успеем, нет? Хоть как-нибудь сдержать их. Скили, скили. Скелетон, да, типа? И тут, смотри, что происходит, ребят. Так, давай вот так вот батаранг большой прокачаем. Скелетики, давай. Бомбите, пожалуйста, родные мои. Веру, как всегда, стоит. Ничего не делает. Так, изредка подбежит, посмотрит. Ага, нормально, нормально. И дальше в укрытие. Паучиха, ты где? Почему паучков своих не вызываешь? Мне они нужны. Это, по-моему, последние отряды армии, да? Сейчас проверим. Ну, вот он, последний. Упал. И? Ну, да, ребята. Тихо, что такое? А, печальный день. Мой лук сломался. Ха, мы ее что, захватили, ребята, в плен, типа, да? Угу. Слушай, ну, я скажу, неплохо, мне понравилось, да. Но за счет того, что у нас прошло очень много юнитов вражеских, мы получаем всего лишь с вами 2 звезды. Но главное, что мы прошли. Я бы не сказал, что очень было напряжно, но хватило адреналинчику, хватило мне. Ребята, еще 3 очка улучшения. И куда мы с вами продвигаемся? Так. Ага. Я так понимаю, мы... Ух ты. Какая-то застава магов, судя по всему. Так, ну что, давайте прокачаем скиллы нашему Веруку. Замечательно. Так, очки улучшения. Что нам сделать, ребята? Мы можем... Пораженные призраками враги замедляются на несколько секунд. Дает небольшой шанс нанести повторный удар по той же самой площади. Вот это вот будет великолепно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы увидимся в следующей серии. И я думаю, что серия может быть 2 максимум. И, наверное, пройдем. Если вот это последняя у нас окончательная цель, то да, мы должны будем пройти игру. Ну а дальше будем смотреть, будут ли какие-то обновления. И вот это вот интересно мне локация. Вообще она играбельная или нет? Судя по всему, после замка такое ощущение, что мы должны вот сюда вот пойти. Тык, по этой дорожке, да, тут. Может быть, тут гномы живут или кто. Хотя с гномами мы вот здесь вот с вами. Нет, где у нас гномы-то были, я уже забыл. Гномы у нас были вот здесь вот. Вот ихняя территория. Может быть, здесь какие-то тролли пещерные или фиг его знает. Но в любом случае хотелось бы вот здесь вот посмотреть. И вот здесь вот что за локация. Видите, тут какие-то... Вообще, что это морские дьяволы, которые вот у нас играют за нас. Ладно, все это будет видно. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.